Так, 143-й ран, забег на мате, перед август. О, на мате с лифчиком. И на одном хп, ну естественно на одном хп, блядь. Люблю на одном хп ран начинать. ГК, ДФ, 8D4G. Еще и садыки, это прям интересно. Скорость это хорошая, ладно. Бывало и хуже, ладно. Стаки просто низкие. Эта штука на самом деле довольно мощная в репе. Они ее хорошо переделали. Она где-то типа как с хоббингом почти. Она как-то сама наводится, по-моему, на врагов. Как-то криво, конечно, но снова вроде какая-то самонаводка там есть. Подобие. Это ж так сработает, правильно? Сработает. Я боюсь стрелять в сторону, потому что там бочка может быть на входе. Эту штуку надо заряжать на входе. Эту штуку надо точно прям на вход заряжать. Ты как ты бьешь сквозь костер, тварь? Сквозь костер бьет. Ты меня вообще видишь. Уф, прыжок. Найс, прыжок. Он прикольный, он прикольный. О, спасибо, спасибо. Стало намного лучше сразу. От жопы отлегло сразу. Как же приятно, хотя бы одно хп найти сразу. А, переехала в сам Норильск. Понял. Я думал, ты так жила в Норильске. Ладно. Короче, в теплые края. Кайфово. Потыкаться в шипастые. Ну там. Кстати, да, может и потыкаемся. Возможно. В магазин у меня денег много. Условно много. Блин, смелтер хорошо, но лифчик тоже будет полезен. За... Готов ли я с ним расставаться? Все это прикольная штука, наверное, если я буду ее пробовать. По-моему, с ценой я там особо не натыкаюсь, что она пока пофиг. Ну ладно, все же думаю, наверное, возьму я смелтер. Вроде не особо я этим пользуюсь, с лифчиком. Ключ мы получили. Так, ну отлично. Мы выжили. Так, на самом деле... Не, отойду ненадолго. Сейчас приду, момент.
So how are we doing, John, on this new morning? Pretty good. Тиэфарев. Так, я вернулся. Зум гейм. Бретринки-то нет. Лустрики нет, начались. Зачем делать лустрики? Я хочу карту забрать. О, сам карта, зашибись. Это отличная карта. Угадавать-ка я просмотрел, да. Привет, Гудервар, спасибо большое за 24 года. Спасибо за ресуп. Здорово, Мазду. Так, пока кайф. Не, лучше когда ты проигрываешь подряд несколько раундов. Там же есть, типа, стрик в минус, когда идет. Надо именно умирать. Ресет, по-моему, не дает лустрик. Ресет только сбрасывает стрик, если он больше нуля, по-моему. Но он типа не прибавляет минусы. Это Lost Gaming, да, или Lost в Rebirth. Типа того. Хорошо. Как же я хочу орбиталить, как мне это нельзя делать. Опасно. Тем более опасно. Ростер. Ну чё, еще будут ключи, нет? Или я таки буду с одним бегать? Какой ВР по лустрикам? Хороший вопрос. Думаю, большой. Может, даже больше, чем ВР по победам. Полагаю, шутка, да, какая? Я правда столько раз умирал, чтобы сделать скрин. Это похоже на шуточки. Это же даже миллиарды вроде, да? А не миллионы. Слишком много. Слишком долго. А, да, это может быть край. Значение тоже, правда. Там тоже ведь есть же ограничения. Какой там тип этих чисел используется. Вау, ключ. Я вот не сомневаюсь, что они способны, я про то и говорю. Я вообще не сомневаюсь. Типа, если просто умирать, то на самом деле не очень долго. Типа, сколько надо сделать? 2 миллиарда стрик минус. Типа, одна смерть это секунды 2-3, наверное. Можно посчитать. Может быть, за город 2 и делается. Если так слабенями сидеть, тыкать. Там все, наверное, вряд ли. Все же, наверное... Миллиарды вряд ли, все же звучит много. Это все вроде берется, у меня рейнджа много. Нет, 1000 это вообще спокойно. Лустрик может быть.
Там тысячи, сотни там у многих лустрики есть, тем более сейчас на телостах и прочих приколах. Это вообще запросто. Тем даже никого не удивить, по-моему. Советы под ТИД, ну... Можно D4 бака бузить, там других советов нету. Просто можно играть через D4 бак. То есть смотреть айтемы и ничего не брать до конца этажа, потом смотреть сделку и собирать айтемы, которые оставил. И потом у тебя будет все ролиться, там, в сделку ангела, например. Все эти айтемы, что забрал в конце этажа, которые ты уже видел. В принципе, это все, что можно сделать на Тейдене. Но в целом, просто играешь и играешь. В принципе, не прям мега сложный. Просто мерзкий. По-моему, тот файл делал вообще, по-моему, без D4 бага, который делал без ресетов файл. Даже, по-моему, его не использовал. Там ангелы обычно сам что-нибудь дают даже без D4 бага. Что-нибудь находишь, как правило. Там буквально нужен один хороший ролл с мантией, или просто что-нибудь мощное, даже без мантии. Один нормальный ролл нужен. И чилишь. Если был псевдоран на Тейдене, на бусте он вчера или позавчера, где там каждый билд троллил, когда был типа D4. Ну это не сильно смешно получилось, не было роллов смешных, все роллы были или обычные, или хорошие, или скучные, ничего веселого не наролило. Он был сегодня, ну я в смысле его записывал, наверное, позавчера, просто я-то, я там уже небольшая очередь образовалось. Я решил, типа, пихать посты один за одним тоже, но смысла мало, наверное. А сейчас оно уже закончилось, надо опять что-то новое думать. Раны закончились. Идеи. Сливка, не души меня. Диаманды еще лучше, чем санкарта. На сделку не пойду, хп очень мало. Вернули рейндж обратно. Спасибо. Вообще-то... Это тоже можно попробовать. Так, тут до карты остались. Диаманды, харцы, кристис. Ну, видимо, так пойдем. Видимо, так пойдем, нормально. Доброе начало. По крайней мере, что-то если пойдет не так, то... Нажимаю карту, и все нормально будет в комнате. Буду богат. Из врагов будут деньги. По-моему, трингетов не было, да. Только пока ни одного. Или ни одного не было трингета, либо я что-то пропустил, может. Ну, вроде не помню. Вообще, главное эту карту раньше времени не нажать. На рефлексах. Уже карта-то реально нереальное спасение. На ласте, если что. Если совершить ошибку. Так, магаз, походу, смесяет врагов, походу, слева, наверное, все же. Ай-яй-яй. Ошибка. Ага! А я заберу это ластом! А я заберу это ластом! А я заберу это ластом! Заебись, что я пошел сюда.
пока отходила кошка, ты на стол съела, ела творог. Все. Без еды осталось. Ну а что, творог тоже молочка. Вот так и оставляю еду. Так, мы походу вроде легкие довольно. Little Giga Chat. Так, сначала босса все же напобьем. Я же не пойду, правильно, на босса все равно. Так что пофиг. Ладно, еще босса на убьем. Статы получим какие-нибудь, может. Привет, Амис. Что взять? Зачем перестал этой штукой пользоваться? Расслабился. Кто появился, я поверил. Он так-то сильный. Иногда. Если хорошо совпадают эти паттерны у этого полета, когда он там улетает. Кайф. Сразу ангел. Французская школа гейминга. Просто иди на ангелов. Просто получай сакрет первой сделкой. Как обычно. Нажму. Марблс проще всего открыт ломкой. По-моему. Кстати, да, Кенсер может свалить тоже, правда. Лёгся маленько. Футя, что я Якову можешь посоветовать для закрытия боссов? Я Якову? Или ты просто про Якова? Там особо тоже нет советов никаких, по-моему. Надо просто как-то по лицу не получать. Как бы и все. Особо ничего не придумаешь. Ладно, маленько денег получили, хватит. Так, можно, в принципе, сюда сходить. Ну, нормально. Теперь сюда тоже могу сходить. Бомба все еще лишняя есть, найс. Отлично. Еще дамаг. Офигеть, конечно, дамаж на третьем этаже. Просто охренеть. Как будет уже ран закончен на этом этапе, по-моему. Уже ничего не надо. Ну, погнали. Может быть, зайду в Херса. Не, я не пойду на босса нахера. Билд уже есть, а рисковать зачем? Просто так. У меня уже и так все в порядке. Лазаря ролить можно, но даже это, типа, не гарантия, что ты найдешь еще потом галпы. Конечно, возможно. Говорю, проще всего через ломку. Ломка — это гарантированный марблс. Потому что если даже у тебя нету таблетки галп, да, в пуле, то в золотой он будет точно. То есть ты через золотую и плацебо все равно, типа, галпы получишь. Я так, типа, на спидране ломал. И собирал марблс. Поэтому только ломка — это гарантия открытия марблс. Все остальное просто рулетка. Как тебе повезет. Красиво, Рума. Всего одно синее. Печально. Могло быть побольше.
Ты чё ли купон? Я, конечно, с Мелсером рак съел. Что-то, может, еще будет. Может быть, не знаю. Привет, Сэджи. Привет, Баш. Потрогать. Автомат чинить пока не надо. Да блин, там 500 монет, камон. 500 монет я не потрачу никогда в жизни. Пока там больше 500 вообще можно не париться. У меня, кстати, меньше 500, по-моему, особо-то и не было никогда. По-моему. Он примерно в этих, по-моему, краях и прыгает. Туда-сюда автомат. Чуть больше, чуть меньше. Да-да-да, в секретку я знаю, просто я хочу уже обратно вернуться, там уже дофармить. Хочу этаж остатки дофармить. Я, да, я туда вернусь с этим, с вибэгом. Там потыкаем, потыкаем. Кто еще? Здорово, дедушка. НПС, вчера PB поставили. PB слэш VR. Шипы осторожно. Нет. Это, пожалуй, нет. Ачивки под эликом легитимно скипать, они вообще не писаны с игры. Но... что такое легитимно? Это понятие сложное. Это больше, знаешь, такой вопрос морали больше. Как бы не хочешь, но можешь их не делать. Формально, да, ачивки на Делике очень странные. Вернее, не, если хотя были бы ачивки, кроме вот 30 Деликов, было бы нормально. Типа, ну, 7 Деликов пройти, это типа, ладно, похуй. Это ты все равно, типа, за 7 дней игру не пройдешь. Там, типа, ладно. Но вот 30 Деликов — это такая чушь. Это такой просто глупейший анлок. Типа, месяц просто тыкать Делики, типа, вход входом-выходом. Просто, ну, нахуя. Так что да. Ну, в целом, да, типа, он... Ну, спидранья мы скипаем, потому что... Даже не потому, что это тупая ачивка, а потому что она отнимает очень время много лишнего. Больше из-за этого. И потому что, скорее всего, можешь, ну, раньше закончить спидран, чем за 30 дней. И получается хуйня, типа, ты уже игру закончил, все ачивки сделал, а тебе надо еще дней 10 там ходить, блядь, в делике, тыкать вход-выход, как дурачок. Типа, зачем это? И поэтому мы скипаем только ее ачивку, только одну ачивку скипаем. Только Dedication. А ачивки на 5 стрики, на 7 деликах мы делаем на спидране. Ну, по факту я говорю, господи, когда ты играешь для себя, вообще какая нахуй разница? Типа, ну... Делай как в кайф. Ну ей-богу. Кто тебя осудит? Как бы не хочешь — не делай, хочешь — делай. По факту она реально, ну, с игрой связана очень косвенно, эта ачивка. Поэтому пофиг. Просто как вам удобнее, так и делайте. Ну да, просто надо... В идеале их проходить, пока игру проходишь. В этом тоже много проблем из-за этого. Типа, ты на них забил, игру пошел, а потом тебе на 30 нахуй дней деликов. Ловите, играйте. Это есть такое, да. Типа, надо в идеале их сразу делать. Но, правда, опять же, есть такая еще хуйня, что... Ты, например, хочешь себе игру не спойлерить, да? Хотя в Айзеке такого вообще понятия, по-моему, нет уже, да? Потому что все, блядь, стримы смотрят, все спойлеры, все всю хуйню знают. То есть там нет никто, никого, кто играет, типа, вообще вслепую в Айзека. Вообще такого нет сейчас в Айзеке. Я говорю, раньше такого было мало. Сейчас такого вообще нет. Но при этом, если ты играешь с нуля, нихера не знаешь, а у тебя в деликах все открыто, весь контент. Все, там, не знаю, этажи, ну там этажи, там в основном раны, по-моему, либо вверх, либо вниз чаще всего. Ну типа, все персонажи открыты, все айтемы, все тринкеты, вся хуйня открыта. Вообще весь контент. И ты себе все это сразу спойлеришь. И ты, возможно, этого не хочешь делать. То есть тогда ты, получается, должен играть в конце делики, типа, когда уже игру проходишь. Чтоб, типа, ничего не спойлерить. Но в Айзеке, я говорю, это, в принципе, не прям актуально, конечно. Проблема, потому что в Айзеке всем насрать на спойлеры. В Айзеке все он через, вон, моды играет на описание и прочее.
Что там вообще нет проблем с тем, что что-то там все спойлеришь сразу или нет. Но в теории, да. Да, ну уж я так и знал, что какая-то хуйня будет полезная. Ну ладно. Ну что ж. Неплохой ран, неплохой. Ну делики, не делики, это очевидно чушь. Именно планячего. Как формат, типа для рана нормальная идея была. Типа кому нравится эти делики ранить. Но типа лепить ачивки, это была абсолютно глупая идея. Из них ачивки делать. Просто у них не было идеи для ачивок, я думаю. Надо было типа высрать ачивки, вот они их высрали. В этом весь смысл был. Нужны были ачивки ради ачивок, наверное. Или бы захотели опять людей маленько подушить. Потому что реально абсолютно бессмысленное говно. Эти ачивки на делике. Это сейчас погоди, там сейчас живут какие-то еще онлайн или делики будут. Какой-то онлайн кооп. Жду еще ачивки на онлайн кооп отдельно, новые. Ладно, такого, наверное, уже не будет, конечно. Но было бы смешно. Нихуя себе. Полетело. Делики появились, по-моему, с автоберса. Если правильно помню. В автоберсе появился грит, а появились делики. Это, в принципе, была основная фишка, типа автоберс. Что его отличало. Типа новый режим игры, считай, два новых режима игры. По сути. После реберса. Ачивки через консоль больше не закрывается, по-моему. По-моему, эту функцию убрали. По-моему, это раньше была такая команда для ачивки отдельная, можно было себе ее открыть через консоль. Сейчас такого вроде уже нету. А, да. Нормально улетело. Как-то перекидываю сильно. Да у меня муха вообще, подожди, что? Что за мухи? У меня синие мухи. Или они и так были со мной? Рискую. Кайф. Кайф. Три ножа. Это твои? Опять синий триник. Опять триники закончились. А, ро. Два синих. Мечный тоже похуй. Я так уже почти фулл хелс. Так, можно карту какую-нибудь хорошую? Какую-нибудь веселую карту. Вообще карт нет. Пеблейн. Карта. О, веселая карта. Let's go. Все. То, что мне и нужно было. А больше мне ничего тоже и не надо. А, там еще два господи. Ракета, окей. Плюс бомбы. Да, блин. Да, умри. Чё за это, что придумал? Господи, ещё не конец. Ещё сумасшедший. Капец, паук умирает. Охренеть. Капец, ему плохо.
Это же еще будет плюс ХП, правильно, когда я на босса буду летать. С бланка тоже будет работать. Да, будет работать. Шикарно. Просто идеально. Подкова, да? Ох, я все равно уже не иду в этом руме, в этом ране. Нахера. Это уже ран законченный. Найс ремоут. Дамаг. Так, бланк утвердить. Как же я, блядь, люблю хомик нож, какая же это параша. Куда он, блядь, летит? Зачем кто-то, блядь, улетает в жопу куда-то? Кто его об этом просит, непонятно. Сап. Чем было брать нож? С тем, что нож убивает каждого босса за одну секунду, возможно. Возможно, по этой причине. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, из-за этого. Так. Не сюда. Пам-пам-пам. Хуя. Полетели в космос. Надо меньше, может, всего заряжать. Чтобы не так далеко улетал. У меня еще терзы до хера. На самом деле тоже плохо на нож. Слишком много терзы тоже плохо. Ты не можешь это дожить сколько долго. Тебя все равно засосет. В любом случае. Только может действие отсрочить, но не избежать. Чё-то долго. Да! Всё же трахнуло. Окей. 143.